Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видеоуроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я пошла посеять кориандр и решила показать всем, тем, кто ни разу его не сеял, как это делать. Я его сею на одной дорожке с петрушкой. Вот у меня вдоль теплицы идет такая небольшой ширины дорожка. Тут вся зелень будет зеленый лук, потом будет петрушка. И вот здесь будет кинза, который называется кориандром. Многие ее не сеют вообще, но кто-то даже не представляет свои блюда без кинзы. Во все салаты. Короче, люди делятся на две группы. Кто-то ест зелень во всяких салатах, в блюдах. Кто-то использует семя. Вот эти знакомые семечки, вы, наверное, знаете, что ими бывают булочки, хлеб посыпан. При консервации, при мариновке они используются. Используются очень широко. Вообще очень полезная зелень. Универсальная, ее нужно сеять. Посев простейший, такой же, как у петрушки. Я просто сделала вот эти бороздки, вот этой своей тяпочкой. Разложила во влажную землю семена. И вот так немного прикрою. Все, больше ему ничего не нужно. Сейчас я сверху еще раз полью. Хорошо-хорошо полить, чтобы семена лежали во влажной земле. Все, посев кориандра, кинзы, у нас закончен. Все бороздки я заровняю, полью. И он будет стоять и всходить, даже если холодно на улице. У меня тоже в огороде в некоторых частях еще лежит снег. Ничего не страшно. Зелень нужно сеять в самую первую очередь, рано. Потом вам будет некогда, потом будете заниматься рассадами. Вот сейчас уже всю зелень и салаты, и петрушку, и кинзу, и укроп. Все я посадила. Хотя вот, видите, вон у меня там еще кусочки сугробов в разных углах. Там. Но уже в это время зелень должна быть посажена. Тогда вы будете есть ее очень-очень рано. О особенностях посевов различных. Вот вчера я садила, редис сеяла. Вы можете прочитать у меня на странице в Одноклассники. Заходите, там статьи, в статьях очень подробно. Потому что время видеоролика ограничено. И тут, когда одной рукой сеешь, другой тут снимаешь, много не нарассказываешь. И оговариваюсь, и иногда ошибаюсь. Читайте статьи. Статьи я пишу спокойно, очень подробно, обо всех посевах. На страницу заходите, Чернова Ольга, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. И все там прочитаете. Там фото с подробными описаниями, пошаговыми. Все посевы. Я почти освещаю все темы. Все, до свидания.